Холливуд. Мы с вами в Холливуде. Ой, какое кольцо интересное. И мне такое надоть. Здесь же бомжи в Голливуде. Это же такое почетное звание. Голливудский бомж. Thank you.
вообще, слушайте, значит, когда женщина вот так в трусах, в носках, то ее чуть ли не в дурдом можно забирать. А этому, значит, можно в труселях семейных ходить и в носках. Торсом тут своим светить. Сейчас напишут. Ты завидуешь его молодому торсу. Есть вот одна дамочка, мне все время хочет уличить в зависти к молодым. Не, я спокойна. Он меня не воодушевил, не сказать больше или меньше. Не вдохновил, не воодушевил, не возбудил. Мне такие не нравятся. Мне такие, как Джейчик, нравятся. Бруталы мне такие нравятся. Джей, how does it sound in English? Van Gogh. We say Van Gogh. Вот, Джейчик говорит, мы говорим Van Gogh. But we say Van Gogh. Учи русский. Learn Russian, Джейчик. It's very beautiful language. It's a great language. Yes. О, Джейчик согласен. Вот, кстати, русский язык на 6-м месте из 8 международных языков. Кажется, вот так вот. Погуглите. Кто там говорит по-русски, кто там гонит на русский язык? На 6-м месте из 8 самых ходовых, самых признанных международных языков. Бомжей, конечно, немерено. И еще больше будет, наверное, в связи с ситуацией. Ну, сейчас не об этом. Ну вот, Джейчик, посмотрели с тобой Ваню Гога. Это же по-нашему он Ваня. А то, знаете, есть такие страны, которые все себе приписывают. И это наше, и это наше. А мы себе давайте Ваню Гога припишем. Это наш русский, истинно русский Ваня Гог. Почти Кок. Ну, тогда не было буквы К. Г было. Но Кок, повар, значит. Ну и художник по совместительству. Следующий Мулен Руж, может быть, наверное, не в этом месяце, а в следующем уже точно. Потому что в этом месяце к нам приезжают родители Джея. Ну, как бы они же мои родители. Отчим и свекровь. Отчим свекор, господи, и свекровь. Мама. Little Armenia. Маленькая Армения. Называется это area. Какой-то ресторан Джейчик меня привез. Ха, the guest house. Видите, дом для гостей. Ой, а это что такое? А, это вот для... Если у вас кресло инвалидное, поднимать. Молодцы, продумано. Возле какого-то болотца сидим с красивыми рыбками. Клево, как здесь.
Не могу сдержаться, чтобы не показать. Смотрите, пюре, ананасы на гриле. Вот это вот мяско на косточке и руккола. Ой, и муха летает. А у меня тунец. Ну, такая большая порция. Еще и салат, и сухарик. Ой, даже лучше выглядит, чем на Гавайях. Ой, обалдеть. Bon appétit. Bon appétit. У меня мимоза. Чайчик не пьет. Крем-брюле. И две ложечки принесли. Хотя заказывали мы только для меня крем-брюле. Вот это мне опять надо делиться с Жеем. Ну что такое, блин? Он Мерседес 60-х годов. Америка has two presidents.